Так. Начнем-ка. Надо позвать человечка. Начнем-ка. Ой, я сам себя слышу. Больно. Человечков позовем, ультик напишем. Так. Всех позвал. Итак, бандит и чернильная машина. Так, весело. Пур-пу-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. There are so few rules to our world now. So little truth. There is one rule we all know and respect down here. Beware the Ink Demon. Stay out in the open for too long and he will find you. For if you see him, you'd better hide. Mm. If you don't, well, I enjoyed our date. Now, let's begin our work. Вот все. Сюда не пройти. Здесь пражина будет. Не будет. Ладно, не будет. Бандятина. Тут закрыто. Ага. Собственно. Надо что-то делать. Что-то делать не особо понятно что. Это 9 уровень. Окей. Бориска в попе сиська. Поехали выше. А, допустим, 11. Что ты думаешь о нашем проезде? Ничего он не думает. Ага. Так, выглядит так, как будто бы кто-то даст сейчас мне пизды. Да. Ну или я кому-то дам пизды. Да. Так. Угу. Куча инструментов. Допустим. Так, нужно левел кей. Левел кей, допустим. Окей, допустим, придет инк-демон и даст нам всем пизды. Ледис. А чё, мне нельзя в ледис? Дженсники. Пусть никого не будет, ну ладно.
лавой. Блядь. Пыляться. Фух. Ну, окей, это было даже немножечко жопошно. One down. Угу. Сейчас мне будет звездец, да? This one's empty. Ага, я сейчас буду продвигаться, и на меня бендя нападет. Я ж угадал. Сейчас из-за угла кто-то появится. Алиска. Демон the angel. Демон закрыт. Angel fucking deep. А! У. Так, а чё? А схуя ли я вернулся назад? Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Что это такое? Nothing in here. Тут тоже ничего нету. И что-то. Опа. Это мне. Это кушать. Тут пусто. Так, отсюда я пришел. Так, работа весело, работа и тяжко. Затяжка. Так, тут ни херашеньки нету. Окей. О, Лаймич, ты мне в ДС ответил? Я тебя приглашал на стрим. Ты просто мне не ответил, ДС. Предложение, если что, все еще в силе. Короче, если что, я захожу в тот самый каналчик. Так, меня пугали чернильным демоном. Чернильный демон не появляется.
и шестеренок нет. Нужно больше шестеренок. В жопу идешь. Так, отсюда мелкий засранец появлялся. Это я помню. Это тут мы с Борькой шли. Пум. Так, получается, проходим дальше. Опа. А вот это нехорошо. Это вообще нехорошо. Бляха. Не по сути страшно, но по страху... Да не, это, блядь, и по страху не страшно. Блядь, просто не страшно. Я просто не успел добежать. Потому что пряталка находится в жопе мира. Сейчас я захожу и опять встречаю чайного. А, нет. А чё, у меня даже не отобрали ничего, так а хули мне его бояться? Просто к чекпоинту возвращаюсь. Допустим. Борис. Привет! Вот он. Я забыл, ты Амар вроде или кто ты? А то в Дискорде и тут... А, нет, еще Лаймич. Но он редко появляется. Да, я запомнил, ты Амар. Да, что-то сегодня людей маловато. Это грустно. А не по грусти грустно, но по сути грустно. Угу, я, похоже, не все гиры. Гирбоксес на левел кей. Ну ладно. В жопу идешь. В жопу идешь. В жопу идешь. Мы идем, можно забрать это, мне как раз таки нужны шестеренки. Нет, нельзя забрать эти шестеренки. Привет, пока. Привет. Нет, не привет. Это левел один спут. Вызываю лифт.
пам 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 парам пам 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 пара да 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 пам пам да 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 да. Ну, выглядит как Бенди, но с нимбом. Все, что я могу сказать. Куда-то я вообще уже не туда пошел. Ой, какая же нудная игра! Я не знаю. Страшно ли мне? Вообще не страшно. Интересно ли мне? Вообще не интересно. Просто ходишь, просто ищешь. Бендятина. Дропил. А, ну это да. Ой. Это сюда. Это где-то поблизости бендятина. Все, бендятина нет. Ну так, блин, мне обидно еще за то, что я за бендятина деньги заплатил. И честно, деньги не окупаются. Скучноватая игра. Так, пару раз сохранились. На том спасибо. Алиска. Приписка.
Дай мне оружие помощней. Ку-ку-ку-ку-ку. Меня закрыли, значит, надо будет биться, да? Так я никуда и не мог уйти. На каком? На 11-м. Окей, на 11, так на 11. Погнали на 11. Сначала сохранишь. 11 этаж. Поехали. Мы приехали. На 11 этаж. Угу. И вот этих вот чувачков мелких надо будет убивать ради белой жижи. Спасибо. Скибиди-крибиди-ду. Опа. Камерамен. А вот это мне уже не нравится. Привет, Лаймич, я рад, что ты вернулся. И где он появился? Мне нужно его кончать. Так, он появился явно не здесь. Ах ты ж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Чернила идут. Дайте посмотреть на бандита. О, бандит. Бандит ходит. Ходит стильно. А, это подкат Алисе. Оружие дай посильнее, Алиса. Алисочка, тебя нет красивей. Привет, Лаймич! Ой, здравствуй, мой дорогой. Так, пока тебя не было, мы донесли все шестеренки. Теперь надо собирать ханчу. Ооо. Это моя работа. Только проблема в том, что тут теперь ходит камерамен. Жалко, что нет скибиди туалетов. Я посмотрел на это.
так, но я видел, как тут, блин, шныряется один набухший чувачок, из которого надо выкачать. О. Окей, я сзади вот так постою. Подожду, пока он появится. Или нет? И он снова туда пошел, да? Или нет? Где этот чувак? Блин, я вот что нажимаю shift, что не нажимаю shift, скорость одна и та же. Опа. Стой, смирно. Опа. А, это все, мне даже там локации не надо. Окей. Без проблем. Главное, чтобы чернильник сейчас не появился. А то получится неловко. Угу. А, что я туплю-то? Я, да, кстати, ты отказался. Можешь говорить, Ламич. Я знаю, что я умею говорить. Я бы еще от дымочки не отказался. О, кстати, да, дымочка. Я и забыл, что надо дымочку тебе врубить. Так, дымочка видна? Конечно же. Не брал команду? Нет. Нет, не брал. Так, отдаем заказик. Короче, надо теперь искать Valve и Габена и их поворачивать. Теперь у нас присоска. Самое грозное оружие. Level P. Присоска. Level P. Хорошего левел называется B. Ну типа. Или такие. Опять бензятина стоит. Блин, самое сейчас напряжное то, что в любой момент может появиться бензятина и будет жопа. А еще, блин, напрягает тут. Ну тут боевка, ну будем честны. Не по говнистости говно, а по говну говно, потому что, ну реально. Так, я тут ничего не могу. Тут вся боевка заключается в том, что ты тупо затыкиваешь. Опа. Чернильник. Ну это скучно, просто затыкивать. Ну, это реально, типа, я тут не могу ненормально уклониться, не могу нормально как-то камбушки делать, я не могу защищаться. То есть все, что мне нужно, это перетыкать все врагов. Все. Это как это PvP-шер в Майнкрафте, вот эти вот. Так не, в PvP Майнкрафте там хотя бы можно сейчас юзать щиты, можно использовать дальнее оружие. Нет. У тебя должно быть все. Я не брал чеки. Не помню, что мы их купили, вообще не купили. Купили. Батарейки купили? Купили. Где они остались? Там лежат на прилавке.
Ну их нету, значит, мы... Это значит, оставили там. И что, сейчас идти за ним? Да нет. Я тоже не помню, что появился. Как ты не видел, что на прилавке никто не сказал, что батарейки забыли? Души не знаю. Ну их она прощелкивала и нажила? Да. Точно. Точно. Хотя я не помню. Точно, но я не помню. Точно? Я точно не помню. Короче, объясняю. Сегодня ходили с матерью, закупались продуктами. Она купила батарейки, и сейчас батарейки не может найти. Вполне возможно, мы батарейки потеряли. Потеряли. Он нас освободит. Кого нас? Кто мы? Вот эти вот чернильные люди. Ламич, помнишь, что вчера здесь произошло? Не вчера, а прошлый раз произошло. Да. На, плохой человек. Да. Ага. О, вентиля крутить. Странные звуки. Они регенерируют еще? А Мартик спрашивает, то что можно ли к нам? Нет, Амару нельзя, к сожалению. Ну, к сожалению. К сожалению, нет. Блин, то есть я должен полностью провернуть вверх, а потом начинать вниз проворачивать. Кто вообще это придумал? Ну вот. Так, второй собрал, остался третий по заветам жанра. Получай. Ой. Так, окей, не получай. Получишь потом. Конечно. Там где-то в той стороне гуляет чернильный димбончик. Чернильный? Так, он вроде бы ушел. Когда ты видишь повсюду черную кончу, значит он рядом. Ну тупо затыкивание. А что вам надо сейчас делать? Сейчас надо собрать подзарядки с этих штуковин, и для этого нужно делать так, чтобы вот эти вот вентиля у всех было молочко посередине. Было посередине вот эта вот шняга черная. Скорее всего, это чернила тоже. Ну или же что-то похоже. Я жалею, что купил эту игру. Так. Так, последнюю забрали. Можно бежать к ангелочку. Можно бежать. Нужно бежать. Бежать надо. И куда Бориска все время на нижний этаж спускается? Постоянно его ждать, блин. Это он делает, чтобы не получить левел пи, пиздец. Ну или пизды. Ну типа да, чтоб пока ждешь, мог демон прийти и такой, я твою жопу съем. Это Алис Эйнджел, они говорят. Это так
Что за Сьюзи? Твоя girlfriend? Итак. Мы пришли. Мы пришли. Мы отдаем. О! Да, мне нравится. С топыком столько можно все сделать. 15 хрений Бенди надо разрушить на уровне К. Но перед этим... Тут только запись. Окей, уровенька так уровенька. Куда? Будем от бандита бегать. Кстати, Ланич, пока тебя не было, бандит меня все-таки тут один раз догнал и убил. Вот был? Он. Говори, говори. Я понял, на какой площадке я нахожусь. А, да? Конечно. Опа. Вон отпятся. Опа, Америка, Европа. Шо ты, бандит? Как у него морда дрожит? Затроил лалку. Я на что-то вообще какой-то не какой-то. Ну не страшный он. Изичный. Он милый. Милый. Не знаю, мне кажется. Сейчас будем херачить его бумажные копии. Как говорил один человек, улыбается, значит добрый. А, серьезно? Они с топора с одного раза откидываются? Так бы сразу. А зачем мы это делаем для Алисы? Я не знаю, наверное, потому что мы ее симп. А так я в душе не гребу. Осуждаем. А. Ой. Так я про себя говорю. Ну, на всякий случай, просто так. На всякий случай я заявляю, что именно я симп. Да. Конкретно я, не кто-то, именно я симп Алис. Потому что Алиска очень крутая. Нет, с ее точки зрения, она хочет, чтобы мы там дали ей прежнюю красоту своими действиями. Только я не понимаю, зачем для этого понадобилось разбивать все макеты с Бенди. Типа, Бенди такой некрасивая, вот я красивая. По приколу. По приколу, по рофлу. Ой, я не знаю, может быть есть какой-то мод, который увеличивает скорость движения. Я бы тогда скачал его, и все было бы круче. Ну типа да. Но даже автокликер, типа есть задержка перед тем, как ты можешь еще раз побить. То есть тебе нужно монотонно, раз за разом, нажимать одну кнопку.
Ну, прикольно будет, если я сейчас где-то пропущу одного бендятину, не сломаю его. И потом буду 3 часа искать, где я пропустил его. Вот будет веселуха. А будет ли, не знаю, там опознавательный звук, когда ты все сломаешь? Да вот, у меня есть, сколько осталось. А. Просто в том-то и дело, потому что останется где-нибудь один, и я буду его по всей локации искать. Понаедут. Бей чернильных. Я вам чернильных. Звучит двусмысленно. Да. Вовремя. Блять, он же сейчас будет 5 часов думать, куда бы ему пойти. Блять, Сендерта Вейдера. Вот везде эти чернила. О, привет, Бенди. Прикольный у тебя хребет. И ребрышки прикольные. И жопа. И жопа. И башмачки. Окей, попьем чайку пока что, пока он идет. Как у тебя день прошел, Лавич? Как у тебя вообще неделя? Ну, пойдет. 50 на 50, так скажем. Что происходило? Да, в принципе, ничего. Просто на учебу ходил и все. Проживал. Остаток недели. Понимаю. Не понимаю, как жить. Так, Ламич, можешь проверить, у меня стрим идет в Твиче или... Идет. Не идет, потому что у меня в Твиче сейчас Твич застыл просто. Ну, идет. У меня идет. А, все, зашибись, окей. Сколько... Мне... Вот, остался один. Где он? Где-то в закоулке 100%. Вот, я в начале уровня, и где-то остался один. И вот я 3 раза уровень весь обойду, и только тогда найду, где я профукал один стенд с ним. Так, тут игрушки. Тут стенда нету. Тут только Алиска Ангел была. Ключевое слово была. Ну тут, блин, осталась только Алиска, но я не знаю. А, она её не даже проживает. Её даже разрушить нельзя. Потому что, ну, типа, понятно, она же, типа, женщина неприкасаемая вообще. Так, мы сейчас суждение Мордора расценить как сексизм. Если что, это я ей восхищаюсь. Нет, женщина сила. Да. Не был бы мужиком, был бы женщиной. Логично. Блин, я сейчас такую шутку плохую придумал. Я бы ее сказал, но мы на Твиче. Сдерживайся. О, нет. А, мне показалось, или там были чернила Бендика?
Там его дыхание было. Крыша Бендикута. Ох, Бенди, что ты со мной делаешь? Я без ума от тебя. О, мой Бенди, Бенди, Бендичи. Сейчас он придет и сделает к тебе Бенди, Бенди. Бенди, Бенди, Бу. Блин, где последняя картонка? Это гроб открытый для тебя. Спасибо, Бенди. Бенди, да, Бенди чернильный. Да, чернильный. А я черный. У меня цвет кожи черный. И глаза голубые. Так, где я мог оставить одну штуку с ним? Ладно, попытаюсь на самый вход локации пойти, может быть, там что-то недоразбил. Так, вот я на самом входе. Может, сральники? А, вспомнил! А ну. Он не любит, когда это делают. Я бы пряталась, если была бы тобой. Извините, я еду. Борис, не бойся. Мы далеко от него. Опа. Чекпоинт. Зови меня, ты гоночист. Так. А, в смысле... происходит. А, чувачки начинают нападать. А как насчет того, чтобы не забирать перед тем, как убивать их всех, не забирать у меня мощное оружие? Ну все. Типа я вот даже отхожу. Гнильные. Я тупо не выживу, у меня хпшки не хватит. Чекай. А, ну если отходить, то в принципе можно и так, но все равно это типа. Ну, типа интересный геймплей, да? Вообще, там мы тут стоишь, что хочешь, да? Да, Silence это круто. Да, давай, рассказывай мне свои злодейские планы. Принадлежит кому-то очень особенно. Естественно, нам не дадут. Чекай, нас сейчас наебут. Ах ты ж сучка. Я вот просто понимаю то, что над нами издевается, по сути, не Алиса, а создатели игры.
Через Алису. Короче, надо использовать лифт, чтобы поехать далеко и надолго. Депс. 14-й, что ли? Ну, допустим. Миленькое место. Насколько я помню, из того, что я помню, тут должен быть камера-вумен. Ага. А, типа пугаться? Ага. Пугаюсь. Камерамена. Короче, главное им не попадаться на глаза и будет зашибись. А их ебануть можно? Нет. Но одного из них может ебануть Бенди. Так, в первый раз я, скорее всего, умру. О, потемнел экран, сейчас где-то Бенди, скорее всего. Она будет кричать. Да, нет. Опа, он идет. Весело. Кому пизда, нам пизда, 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 кому пизда, нам пизда. Кому-то за нам пизда, 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 кому-то за нам пизда. Ну, короче, понятно, да? Ну, короче, понятно. Ой, блин, еще вот это вот то, что свет моргает. Или же все-таки не пизда. Ой, нужно еще третье сердце. Я, в принципе, а какой в них страх, если я могу просто от него убежать, и он меня не добивает? Типа он меня бьет и отстает, бьет и отстает. Типа мне должно быть страшно, но было немножечко, капельку, слегка напряженно. И то за то, что надо проходить все это. Угу. Шейдер лагает, я его через стены вижу. Ну, свет от его камеры. Хороший, как хороший. Опа, он туда пошел. Угу. Угу. Так, он уполз.
был бы, что конечно. Что еще раз доказывает, то, что Скибиди Тойлеты побеждают. Был бы геймплей интереснее, если бы в шкафу можно было сидеть чуть меньше времени или ограниченное количество времени. Да. Так, похоже, это не все, иначе бы Алиска что-нибудь сказала. Ну так и сердце. Да. Я тут прочел, тут нужно собрать 5 сердечек. 5 сердец, ёб твою мать. Кстати, ты еще два. Опа. А, ну и все, вообще перестал искать. Угу. Он чуем, он чует то, что я спрятался, а не просто отбежал. Чуйка у него. Сразу прячемся. Угу. Осталось последнее сердце, да? Угу. Это мое сердечко, которое забрала Алиса. Я представляю, как у ГГ просто очко сжимается. Угу. Так, он пошел вообще в ту сторону. Тут сердце. Сердце есть. А ну. Не забыл вообще. Чувак, а как насчет того, чтобы открыть, например, дверцу? Ну тут как бы полдвиги нет из-за этого. Блять, как это называется? Для глазка, для глаз. То есть он не видит голову главного героя через эти щели. Это я вообще в моих воспоминаниях это было как что-то страшное, непроходимое из того, что я видел на ютубчике, но, блин. Меня тут даже ни разу не убили. А с учетом того, что нет чернильного демона на этом уровне. Ну, во всяком случае, он ни разу не пытался напасть. Может, он и есть тут, просто мне повезло так. То вообще как-то самое изичное из всего, что было. Окей. Пошли к Алиске. Борис, скоро ты станешь киборгом. Немногие поймут. Итак. Так, и... Сейчас что-то будет, чего-то не будет. Конечно, я наслаждался этим временем.
Return to the lift. It's time to go home. О, она нас выпустит. Верим ей. Чатик. Верим, верим, конечно. Да? Верим. И Лавич верит, и я верю. Сейчас. Она же добрая. Да, сейчас будем ждать титров. Ну давай, наёбывай уже. Блять, если прыгнуть во время того, как лифт падает, то можно не разбиться. Я вот сейчас прыгаю. Надеюсь, когда приземлимся, я не получу урона. Это надо в тайминг сделать. Да. Я буду надеяться на фортуну. Под музыку, под музыку! Оп! Я успел подпрыгнуть, Часик, я успел подпрыгнуть? Не успел я подпрыгнуть? Успел. Я успел подпрыгнуть. О, смотрите на эту миледи. Идет. Да забирай Бориса, он мне нафиг не нужен. Мне нужна только ты. Королева красоты. Ты видел, как Борис улетел? Самый дешевый небос. The Pass of Alice, choose... Как будто бы у меня был выбор. Chapter 4. Что-то там... Колоссальные мечтания. Да. Спасите Бориса. Но он же сдох, 100%. Не, он стал киборгом-убийцей. Definitely something missing here. Что-то тут нужно, даже не знаю. Генри научился разговаривать. Да не верю. Погоди, а где наша труба? А все, забрала Алиска. И одному кажется, что она там сексом занимается. Да-да-да. Со стеклом еще. Ну да, бухала во время секса. И в конце блеванула. От Бориса остался ремнант. Ремнант Форте Эвелар. Опа. Чернильные люди. Да, они молятся Бендику. Бендикуту. Блин, это сейчас же будет с цирком уродов локация, если я не путаю. So that's how it works. Знаете, мне говорили, что это игра хоррор, что в ней страшно. Я думаю, тебя напиздели. Я тоже так думаю. Очень нехорошие люди. Я бы сказал на прошлом стриме, какие люди. Но это уже не прошлый стрим, это уже сейчасшний стрим. Ну
Ну, можно, конечно, протагить, потому что нет никого, кто может кинуть залову. Да, только стрим сохраняется на дне 7. Да и есть нейросети, которые могут понять, что я там говорю. Ой. А, пугаться? Да, пугаться. Ты испугался? Да вообще обосрался. Я вот тоже. Как хорошо, а то я хотел сходить в туалет, теперь не хочу. Я как раз шавухи поел. С чем шавуха? С курицы. Sounds quite delicious. Если ты понимаешь, о чем я talking about. I понимать English is very хуёво. Я понимаю, что ты понимать very хуёво. Я понимать very хуёво ту. Булгур с курицей ем. Бургер? Что-то, не, что-то, булгур, что-то такое. О, кстати, чернильные черти пропали. А, это типа риса. Булгур. А. Ну, плова. У нас есть белорусский университет, там чего-то там, геометрия, еще, короче, сокращается как Белгуд. Похоже на Булгур. Какой? Белорусский университет гуманитарных, универсальных, блин, я не знаю. А, вот последняя книга. Мы нашли все книги. Книги. У нас в России есть Московский университет дальней авиации и космонавтики. Сокращенно мудак. Серьезно? Или прикол? Да. Это не прикол. Пипец. Ой. Муда. Муда. Житомирская областная педагогическая академия. Местная областная МОП. Мопа. Жопа. А. О, вывезло говно. А, даже не больно. Ну, не страшно. Не пойман, ни черт. Так вот и живем. Получилось это, шестеренка. И даже ничего не сломалось. Оно работает. Не пойман, не вор, не спали, не убийца. Мы едем. Мы едем. О, нет, мы не едем, мы сейчас умрем. Нет, мы умрем. Так неожиданно. А, нет, мы едем. А... Мы едем. В конце упадем. Мы едем. Мы приехали. Дайте мне вылезти. Спасибо. О нет. Пугаться. О, чернильная машина. О, это типа мы головой стукнулись. Не, о, она меня называет маленьким мальчиком. What is it?
keeps you going. Стоит ли мне теперь ее называть мамочкой Алисой? The thirst for your freedom? Or perhaps you're just looking for a little friendly wolf. Better hurry, errand boy. Ой, что-то меня сейчас управление мышц подлагало. Походу оно что-то активно подгружает. Ага, тут появились вот эти штуки, значит на меня уже будут нападать. О. Бойчок. Наверное, он сказал что-то ему пизда. Ёб твою. Они небезопасные? Они дело безопасные, но почему у меня так лагает камера? О нет, вентиляции, еще одна сраная штука, хоррор. Да. Ой, Фредди, попа плота моей. О, холеру. А. О, привет. О. Пока. Даже насрать. Он же может пролезть туда. Он может пролезть. Но он же чернили по факту. Да насрать. Да, не продолю. Чё он мне сделает? Я в... как там называется? Вентиляция. У меня плюс 1000 к неуязвимости, пока я в ней. Пока ты не провалишься вот такую дыру. Ну типа. Нафига делать большие вентиляции, в которых может человек пролезть? О, это я по утрам. Бля. Узнали? Сосали? Да-да. Стоп, что? О, холера, чито бенди книга. Книга. Я понял, что так долго прогружалась эта вентиляция. О. Опа. Опять Бенда. Бентли. 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 Ничего-то я реально вспомнил вот это вот. Бентли. КамАЗ. Почти тут. Блин, не очень такой интересный имя Пидмонт. О, Бендер? Бендер, который из Футурама или который Бендер Чат? Не знаю. А у нас... Тут. 46 минут и заканчиваем, кстати. Уже половина стрима прошла. Я буду пытаться по 2 часа делать стримы. Думаю, этот стрим я особо, кстати, на ютубчик нарезать не буду, потому что на ютубчике после этого все равно не очень много людей смотрят. Ну, типа, и стрим нормально. Это же просто запись стрима. Надо придумать какое-нибудь смешное название для второй части, типа. Первое было это Бенди или же Борис, осторожно, здесь склизко. Вторая же часть пусть будет Бенди или же чернила плюс-минус 15 сантиметров, нет, это глупо. There, ну, не то, что... Не по глупости глупо, но по глупизне глупо. По сути, вкусно, но вкусно, по сути.
Надо придумать какую-нибудь мемную заставку. А тут что-то зависит от игрока? Походу. А чё мне можем взять эту дубину и просто ебануть по кому-нибудь? Наебалово. Ё-моё. Да что за наебалово? Вы прикалываетесь надо мной, да? Да вы охуели. А это что сейчас было? Это наебалово. Это наебалово. Вообще не смешно, типа. Да вы охуели. Да я не понял. Да что это? Может, зависит от того, как далеко находится мячик? Сейчас, типа, прицеливаюсь. Да, типа, когда он внизу... А когда он... Да, типа, если он внизу, то он сильнее. А, этого хватило? Или нет? Надо все сбить, наверное. Уже не получишь все. Получишь пизды. Бесплатно. А Лисиной? Ну, может, и Ионой. О, ружье. Бля, Counter-Strike сраны. Если бы у меня еще... Было не так все плохо с Саимом. Так, тут вроде все окей. Блин, только голов Алис. Бенди или Вайф? Название для нарезки. Крышка для забирать сперму. Смотри, к нему. Вспомнил какого-то хуя это. Когда увидел её игрушку. Я не понимаю, это вообще на что-то влияло? Не. Я думал, типа, я должен победить, чтобы там пройти дальше. Аля, какие чуваки. Один. Better get overtime for this. Так, это отсюда мы пришли. Угу. Так, на теле куда-то туда. Я угадал. Или я не угадал? Так, ну в любом случае туда надо будет зайти. Знаешь, по проводу надо идти. Куда-то. Куда-то. Дружи. Большая голова бандита. Пу-ру-пум. Так, нажимаем. Может, после этого типа сейчас откроется новая дверь. Ура! О, да, дверь открылась. О, типа они отвлекаются. А типа наших шагов они не слышат. Поэтому скрипучему полу. Блин, нифига не слышал.
Так. Вообще не все. Я стримлю. И через сколько? Через час. Пипец. Пипец. Окей. Так и живем. Мама святая. Так, а что мне отсюда вообще нужно? Блин, допустим. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой. По-моему, ему что-то в рот затолкали. Похоже, есть немного. Кстати, на стриме слышен звук пылесоса? Да вроде как нет. Кайф. Да я даже на демке не слышу. We work. А чё надо забрать баночки? А, ой, блин, ой, они за мной ой. Побежали. Ой, еще кто-то блюет. Гандоны, гандоны. Гандоны. А, презервативы. А, говорят, то, что на Твиче слышно. Когда я говорю, что там где-то на фоне пылесос. А, ну если они только возвращаются, это значит, что я все-таки смог нажать на рычаг. Сейчас мы это проверим. Угу. Не проверим, значит. Я так понимаю, они не знают, что такое лестница. Раз не могут подняться. Они не знают, что такое лестница. Я не понимаю, как тихо нужно идти, чтобы они не услышали. Бедный грустный мальчик плачет. Маленький чернильный мальчик. Осуждаю, если что. Или не осуждаю. Но он же это из чернил состоит. Я не знаю, осуждать мне это или не осуждать. На всякий случай не осуждаю. А ты же не активировал. Так не, там я уже активировать успел. А, ну ладно. Теперь бежать. Бежим. А им насрать. Да вообще насрать. Смотри, насколько им насрать. Вот настолько им насрать. Чини рычаг. Чини рычаг. Чини тычаг. Кронг. Дергай за рычаг, кронг. Это не рычаг, это мой хуй. Шалун. Так, что теперь будет?
О, я помню, этот босяра должен сейчас из мертвых восстать, и мы будем с ним биться. Ну, как раз шансы это уравновешены, я скажу. Да, у меня всего лишь-то нет вообще оружия. У него-то все вот какие-то молотки. Да. Можешь рубить запись? Вот это вот. Я не понимаю, что от меня хотят, куда мне надо таки идти. Я, похоже, не туда зашел. Вообще-таки не туда зашел. А попробуй включить запись, вот это вот голосовую. Может, что-то срубит. Может. Только сейчас надо найти эту запись. А, вот надо найти запись. Потому что она к чему-то там подключена. А, ну, кстати, возможно так. Потому что по-другому сейчас запись идет. Не в окошке, а отдельно. О, вот поезд, пошли. Ой, какой мелячка. Угу. Ну и что ты мне сделаешь сейчас? А таки что делять? О, топорик! Опа. Раз, два. Убеги. Бегаю. Это еще с двух сторон надо пиздить. Да. Бежим, бежим, бежим. Ну как бежим, идем? Ну да. Пешочком. Всего лишь смертельная опасность. Каждый день такое. На завтрак ем. Смотрите, вот это я называю босс файт. Сидим в уголке, иногда подходим, бьем по вот этим хреням. Ой, отбито. Карусель, карусель, это радость для нас. Раз, два. Ой, нет. Ой, ошибка. Карусель, карусель. Не, нет, мне до туда бежать и бежать. Нафиг. Ну, тревожная музыка, значит, должно быть тебе страшно. Ну, типа, я пока добегу, он уже восстановится и начнет крутиться, во. Я говорил? Да-да. Погнали. Блин, они все работают на чернильном духе, я не понимаю. Откуда энергия? Из бездны души чернил. Окей, понятно, надо перебираться как-то туда, чтобы с той стороны ему подцапать руку.
Ну, сейчас ему опять наплевать будет. Да ёбаный гандон. Бляха. 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 О, подкинул. Подкинул. Конечно, Магай. Опять в жопе мира все это будет. Окей, ну давай. Опа. 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 Америка, Европа. Ну, короче, тут отсиживаться надо, ну, пока да. Ручка к тебе не бежит сама. О, вот, вот. Нет, не вот. Оно специально, что ли, будет на противоположную сторону идти? Ну, да. О, нет. Сейчас он будет в ярости или сдохнет. Так, даже если будет в ярости, что он сделает? Без руки, не точек, нет конфетки. Бедный, бедный Питер Паркер. Ни ручек, ни ножек. Ни конфетки. Типа. Из него что-то достать надо, я понимаю. Не, вообще нам нужно тяни рычаг Кронг. А, вот, открылась дверь. А-а-а. Теперь мы сможем тянуть рычаг. Вопрос, кто это все проектировал? Какой-то дебил. Лайвиш го после стрима в Doors. Вот можно будет потом после этой игры, вообще после всех бандитов, поиграть в Тысяча дверей и Spooky House. Spooky House. Бля, звучит как, не знаю, сериал какой-то. Дом пугалок-страшилок. Это очень страшная игра с очень страшными скримерами и очень страшным главным антагонистом. Я понимаю то, что страшно, очень страшно, как в Энди, наверное. Нет, намного страшнее, намного. Не гуглите, она... не гуглите эту игру, она очень страшная. Особенно да-да. Главный ее маскот, очень страшный. О нет, камерамены, серьезно? Опять? Ну и фу. Это скучно. А это разве не тот эпизод, где Бенди должен его размусолить? На запчасти. Не знаю. Ну, посмотрим. А что нам собрать надо? Опять. Так, он ходит по кругу. Нам нужно дергать за рычаг. Или нет? Угу. Дернуть за рычаг, чтобы оно там подняло вверх. Дался вот этот рычаг. После чего надо будет бежать, роняя кал, чтобы нас не догнал. Кронг. Кронг. Лиспа. Контроль лифта. Сейчас он будет начнет поворачивать, и я тогда нажму. И надо будет отбежать просто. Раз, два, три. И бежим. О нет, страшно. Бежим, бежим, бежим. Сейчас спрячемся, во-первых, там. Там спрячемся. О нет, страшно. Опа. Если он поднимется по лестнице, вообще охуе. Да он только по чернилам ходит. А, нет. Я все равно там остался. То лошара, ты лошара, то лошара, ты лошара. О, лошара, о, лошара. Все, почапал он. Вообще. Срать. Знаешь, сколько раз я испугался в этой игре?
Нисколько. Просто я держу в голове, точнее вы держите в голове, что я еще очень-очень пугливый. А меня хуры вообще не пугают. Я тут ржу спокойно. Ну типа какой-нибудь ПНАФ в 10 тысяч раз страшнее. Типа ну, чего знаю, мне бояться? Чел, которого может на изичах задоджить. Ходит он вам себе внизу. Веселится. О, можешь камеру посмотреть, может, какой-нибудь щип. Да. Take a photo. Я бы это знал. А он на второй этаж не хочет нам пойти, нас на втором этаже пугать? Нет, он все еще на первом ходит. Не. Так, если я дерну, и он попытается на второй этаж, то это... А, ну там вот это вот подымет. А где электричество? А все, вверх. Блин. А все. И что случилось? Что-то случилось. Его нет почему-то. Ну да. Слышишь? Нет. Суслика слышишь? И я не слышу. И его нет. А, может, касцена будет какая-нибудь? Угу. Сейчас вернусь, попытаюсь нападет Бенди, я спрячусь, и Бенди разберет этого камерамена. Вроде бы. Ага. А, да, касцена. Я вот типа бегу. Нет, я прячусь. Мне страшно. Он такой смотрит, типа, а не наебываешь ли ты меня? Неужели он начал? Ну нет, его все равно отбили. Алло. А чё ты в нас бросаешь? Ты знаешь, что мы тут, блядь? А я в домике. Я в домике. Так если он знает, что мы тут, чё он нас не бьёт? Потому что... Так, ну по идее всё. Ну почему тут нельзя пройти? Ну ядрёт батон. Не бывает невидимых стен, то есть только мало времени, чтобы пройти. О. Сейчас нас вроде бы Алиска будет вести и говорить, как все херово. И потом начнется босс файт. Генри, ед, папа. О нет, Пип. А, о Пип. Нет. Привидение. Кстати, в... Ладно, не буду спойлерить. Просто вот есть сейчас кое-что похожее со Spooky House. Интересно. Надо бы посмотреть. Энри. Какого хуя ты тут делаешь? Потому что меня, блин, позвал Джоуи Дрю. Мы все сдохли, если что. Мы просто наслаждаемся... Эладом, что-то там еще. Держись. У меня сюрприз. Это сюрприз. О, вот она, Лока. Я вижу ее. Сейчас будем биться. Сейчас мы идем, и появляется Борис. Откидывает нас. И мы начинаем смачно файтиться. Только зачем вот это вот долгая затяжная поездка? Ну, чтоб ты это, деньги в Steam не вернул. О, сохранялка.
Я обосрусь, если после битвы с этим игра закончится. Борис! Борис, нет, нет! Что она с тобой сделала? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Встречай нового охуенного Бориса. А как доджить? А как доджить? А как доджить? Что делать? Вроде бы тут надо вот эти вот хрени, что от него отскакивают, подбирать. И что-то с ними делать. А может просто он рассыпется по частям и все. Об эти все штуки. Как-то слишком изящно. Типа из него вываливается хрень. Я подбираю хрень. Ты куда это сказать? А? Я кидаю. О, вот она. Неужели нам дадут оружие? Нам дали оружие. На нахуй. Так, надо подождать, пока он упадет. Так, да. Ах ты, компонщик. Ага. Нихера себе. Он сейчас попытается опять. Типа, воооо, и в меня полетит. А не, сейчас он будет просто пытаться прыгать на меня. Вот бы вместо него Алиса была. Вообще не понимаю. Да ебаная она. Так. Опа, опа. И нам дали что-то получше, наверное. Или что же самое еще? Опа. Оба та же самая. Угу. Ты, блин, это даже задолжить никак нельзя. А, точно, труба сломается от каждого прикосновения. О-о-о, на него летит эта тележка. Он сейчас ее возьмет и в нас кинет. Гандон. Тележка улыбается, значит, добрая. Ой, надо, чтобы он плеванул еще сердце дом. Спрашивается, как это сделать? Дон. Дон. Ах, Ган. Блин, я же застрял просто. Интересно, мне сейчас надо будет с самого начала его бить или последней фазы? Надеюсь. Бля, не. Заново все. На ему ним сделал, что ли? Типа ангелочек. Угу.
Значит, добрый. Значит, добрый. Буль-буль-буль-буль. Так... Да, блин, не подбирается буль-буль-буль. Злой такой. Сейчас буль-буль подбирался. А, у нас труба есть? Трубы нету. Снизу он лежит. А, ну тут походу есть. Ладно. И вторая труба есть. Еще одна. Не бака фича. Пошло сохранение осталось. Так, разочек, да ну здесь сердечко ищет. Ах ты ж. Ах. Вкусно. Даже полоски кипей нет. Ну сейчас с самого начала. Ну да. Гениально, есть система урона и сердец, но полоски кипей нет. Гениально. Борис, ну мы с тобой хорошо общались, ну что началось-то? Ну так, ты такие как малое дитё. Так, надо сначала местность расчистить. Чтоб потом не мешало. Кстати, там суп есть. Беконы. Он вроде как кафешки дает. Ну да. Можно хиляться. Один разочек. Короче, пуч, понятно. Буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Давай, иди ко мне, мой сладенький. Во. А, страшно. Страшно это вторая фаза, там где он, блин, гарантированно на нас носит урон. Страшно это третья, когда к тележке кидают. Это тоже. Бежит. Ну прям, бежит. Прям впритык. Ой. Страшно не то, что страшно, страшно то, что это проходить заново надо. Буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Так. Так мы можем просто... Сюда. Борис, Бориска. Молодец. Ой, какой хороший песик. Мы ж можем так столько труп нафармить. Ну, я думаю, двух хватит. Сейчас смотри просто, как делаем. Ага, ну да. Ай-яй-яй. Задожил. Не очень задожил. Надеюсь, он меня так сейчас не убьет. Так, он начинает истекать, это значит, что я могу успеть похиляться. И создать еще одну игрушку. БГ просто гениально, на него какая-то хуйня падает, а он не может сбежать. Просто пешочек такой идет, хобаха. Нормально, ну и пешочек. Он хотя бы не стоит на месте. Да. Можешь супа схавать.
вот сейчас опасненько. Еще трубы? Походу. А я в прошлый раз умер с трубой, наверное, от этого того раза. Так, я так понимаю, пару раз сейчас надо будет увернуться от... от этого. Или когда он только подбирает. Ну все, кажись, акция плевать не закончилась. Я его такой... опа! Что? Но... блять, в текстуру пролился. Почему ты не мог просто умереть? Бориска. Борыска. Барбарыска. Мы все видим просто из этой тележки. Да. Барбарыска. Нет! Ангел умерла. Да здравствует ангел! Настоящая! Как раз сейчас 52 минуты. Сейчас 52 минуты. Думаю, прекрасное место, чтобы закончить сегодняшний стрим. Что думаете? Что думает чатик? Что думает Лаймич? По факту сегодня на стриме был только я, Лаймич и Амар. Что думаешь, Амар? Что думаешь, Лаймич? Скажи так. Мы убили псину, мы убили женщину. Очень хорошо. Ну, псину убили мы, женщину убили не мы. Женщину убила другая женщина. Так что все нормально. А, тут должен быть текст, но... я так понимаю, рифмер никто... Нинимар. Все знают эту песню. Тут. Если бы я знал это. Я пришел к моему другу, лучшему другу, старому. One minute, we don't even exist. Ага. Just thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. Но не ангел. You go back and rest. We'll talk again later. Можешь отдохнуть. Потом... иди позже. Окей. Позже так позже. It's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Она уходит на вылазку. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. Нихуя не понятно, но очень интересно. Угу. Чё ты нам второго грозишь? Henry? Here. You must be hungry. О, чернила, моё любимое. Sorry, it's all we have. Не, похоже, наблевать не их. Что ты зыришь? Ах ты псина. Да и псина, блин. Мы тебя спасли здесь раз, а ты нас... Говоришь, что все, что у них есть, при этом рядом видны консервы слева. A little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here. It's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you. Pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he... he was there. Why do you call him Tom? Если Алиса убила Алису, то это суицид? Ну, в каком-то смысле, да.
Но это разная Алиса. Тогда это просто тёзка убила тёзку. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message, right there, in plain sight. So I kept looking, and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes, only through this. Take a look. I don't know who's leaving them. О, у неё нимб. I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? Это не Том, это Борис. Барбариска. You're the hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. Пу-пу-пу, дайте мне сохраниться. О. That was really stupid, Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. Я тоже ей помахал. Что ты нам грузишь? Может, ты хотя бы сейчас не бить, пока тебя настраивают турку. На самом деле он просто немножечко перерасслаблялся. What's going on? He's coming. We have to move on. Так выпустите. Бориска не хочет. Он такой типа. Не-не-не, мы не можем. I'm sorry. Бля, прости. Бля, буду, прости. Подействие съебывает. Съебывает под эпичную музыку. О, на правую кнопку мыши. Inside the world, let me out of here. Гробик. О, эскейп. Ага. Ту-ту-ту. There is always hope. They exist. А, взять плошку. А, спасибо, Скальди. Look inside, you'll need this. Окей. Бурлит. А, значит, вот этого. О. А, то есть теперь я могу ломать доски этой фигни. А ногой мы не могли выбить, да? О, рыбки. Рыбки. Прикольно, тут есть. Тут, во-первых, есть вода, а во-вторых, рыбки. Возможно, чернильные. Так, и блин, тут мы это пытаемся. Сколько не жрал, не пил. Так, стоп, я хотел выйти. Все. Спасибо всем за стрим. Спасибо, кто смотрел в записи. Всем спасибо, всем пока.